Короче, нашел свой ноутбук, второй i5, Hewlett-Packard. Повреждения у него лютые. Сейчас буду пробовать включать. Самое смешное, зарядка тоже лежала прям почти на проходе, она не пострадала вообще ни капли. А здесь стоит два винта, один SSD-шник, SSD-шник причем вот с этой стороны. Но ноутбуку хана, это без вариантов. SSD-шник, скорее всего, может быть рабочий. Там винда накатана. Она пригодится на тот ноутбук, который я восстановил. Так, сейчас вспомнить, где тут разъем. Ага, вот здесь. Блин. Сейчас я. Подожди. Ну-ка, поставь паузу. Походу, он залитый еще. Причем залитый пол... Ух ты, током бьется. Не пошел. Я даже не помню, в каком месте у него индикаторы. Не, ушатали. Опа. А вот здесь вот кнопочка светится должна. Нет, ничего не светится. Короче, в полном нокдауне. Клавиатура сухая. Лежал он боком. Тут i3 написано, на самом деле там i5. Матрица, слушай, целая. Прикол. Залили. Короче, ладно.